Всем привет, меня зовут Лена, и с вами любимый Универсал Шоу. И, ребята, у нас премьера новой уникальной рубрики «Удивляемся с Копысовой». Это все те события, факты, явления или, может быть, даже люди, которые меня удивили, поразили. Погнали! Представляете, креветки сначала рождаются самцами, а на третьем году жизни они становятся самками. Все очень просто. Креветка пробует все. И более того, если порассуждать здраво, то у каждой самки креветки будет всегда молодой любовник. Понимаете? А если, кстати, креветка была человеком, она бы сначала, получается, должна была отслужить, а потом еще и родить. Многогранная она, а вы? И, кстати, не вздумайте гуглить. Все то, что я рассказала, я уже проверила. Креветки сначала рождаются самками. Представляете, креветки сначала рождаются самками.